Ну что, ребят, всем здравствуйте, здравствуйте, всех приветствуем. Мы продолжаем проходить Dead Space 7. Мы там, короче, отправили челика кого-то в космос, да? Вы помните, я думаю, да? Вот, прошлый сегодня мы с вами отправили челика в космос. Вот, то, что у меня, ну, пятого уровня этот костюм, и то, что вот здесь вот очень много кредитов и узлов. Узлов и кредитов очень много, и вот то, что там. Короче, если вы не смотрели прошлую серию, подсказка в правом или в левом верхнем углу, или вообще, в принципе, на плейлист, ссылка в описании, или также подсказка выскочит. Вот, мы продолжаем проходить. Саша, поудобнее. Приятного аппетита, кушает, надевайте блядик. Приятного аппетита, кто сейчас пьет, там чаек, кофеек, кто что любит. Приятного просмотра, а мы начинаем. О, честно, я записываю подряд и... Ой, ёпта. Я записываю подряд и, честно, я даже не знаю, зашла ли вам, кстати говоря, зашла ли вам серия с этим. Пришло твое время. Не надо бояться. Не надо сопротивляться. Многие прошли перед нами. И сейчас наша очередь вместе переступить... порог смерти и позволить будущему свершиться. Так идем же со мной, ибо я узрел лик Господа. Заметно. Я не знаю, зашла ли вам серия с камеры, то, что я снимал, я не знаю, я еще не выкладывал это все дело на данный момент, вот. Но я думаю, когда выложу, я надеюсь, вам зашла. Вот. Короче, куда нам идти-то? Нам идти сюда. Кстати, скоро финал уже, скоро финал, кстати говоря, скоро финал. Бля, ты понимаешь, что здесь это... Вот и все, блядь. Что, все нам обратно, прям вообще? Нам обратно все? Да, нам обратно с вами. Давай-ка возьму. Хотя. Нет, давай возьму патрончики все-таки. Возьму патрончики с собой на этот. Ну, вы знаете, вы сами поняли, для чего, да? Вот для. Для Айзака нашего пистолетика. Для нашего пистолетика с вами надо взять. Что это не дело такое, знаете. Тут 20 патрон. Теперь в запасе у нас с вами. Все, 10 это пройдено. 10 глава пройдена. О, сейчас будет 11 глава и потом финал. Хотя глава 10, последние дни. Последние дни. Нет, имеется в виду, наверное, корабль. Мне интересно, какой будет финал. Эпичный или нет? Да, альтернативные, чё? Альтернативные рынки, что будет? О, вот мы с вами приехали. Мистер Кларк, я приближаюсь к ангару челнока. Вам надо? Вы должны найти дорогу в грузовой отсек. Обелиск хранится там. Рядом с вами должен быть лифт, который позволит спустить обелиск в ангар. Молю, вы должны помочь мне. Это единственный способ. Понятно, мужик, понятно. О, лут. Сюда, сюда. Сюда. Здесь больше ничего такого нету. О, ёпта. Шо? Кто здесь? Патрончики нам дают. Бать, я просто в шоке. До этого не надо было давать, да? Сейчас типа... На. Да уж, нормальная тема. Конечно, сохранимся, да? Конечно, сохранимся. Какая-то, слышите, какая-то тварь? А нам и сюда нужно.
Нормально подлетел. Да уж, да уж. Мы здесь же были вроде, да? Мы же здесь с вами были вроде, даже. Нормально. Обелиск. Или кто он там, блядь? На воду сюда идти, да? Давай. Ох-хо-хо, это что? Это что, блядь? Доставка объекта 782. Необходим кинетический модуль для дальнейшей транспортировки. О. Так странно, никого. Ага, никого нет. Бля, мелкие твари. Ну, три выстрела, кстати, игра. Да, а то и два даже. Так, чё, куда нам его? Давай его сюда. Вот они, они. Давай. Заряжай. Бомс, ёпта. Блядь, смотри, сколько тут много. Как хорошо, что мы с вами. Где, блядь? Пиздос, патронов еще потратим мы с вами. А, еще ничего не дала? Ты, бля. Смотри, как быстро стреляет, да? Ляша творится, смотри. Давай сюда, блядь. Идет доставка объекта 782 в отсек ангара. Все? Давай. Бля, как хорошо, когда быстро стреляет, да, ребят? Как же хорошо. Ну, здорово. Видишь? Где этот полненький? Вон он, блядь. Все, минус. Патрон больше нет, кстати говоря. Ну, кстати, он довольно-таки быстро, да, стреляет пест? Очень быстро. Это меня прям радует, что он быстро стреляет. Все, узел, спасибо. Ой, бля, отстань.
Давай, блядь. Где еще одна, блядь? Где еще одна-то? Все, больше нет, что ли? Нам с вами обратно, в любом случае, да? Да. Так, подожди-ка, подожди-ка. Я хоть и лут весь закупил, но... Лишним он, знаешь, никогда не будет. Бля, очень быстро стреляет пес. Это... Меня прям рад, что пес прям быстро стреляет. Все, let's go обратно. Ага, да? И все это вся глава? Так, давай с тобой сохранимся на всякий случай. Ну его нахер. Какие-то еще монстры, да, новые появились? Я восстановила питание лифта. Поднимись в ангар и погрузи обелиск на челнок. Я отправляюсь на причальную палубу. Черт, мне придется лететь туда на всех парах. Пожелай мне удачи. Давай. Удачи. Все? А, нет. Подожди. Обелиск нам нужен куда-то зафигать сейчас. Патрончиков, конечно, мало осталось на пест. Но у нас с вами еще есть, да, вот. Еще есть, если что. Бля, смотрите, просто полупроводники еще. Я просто в шоке. Да уж. Здесь мы... Куда нам? Нам сюда, ну, гол. Посадочный терминал. Сейчас какие-то твари сейчас будут, скорее всего, да? Охуенно. Бля, это же начало, да? Это же начало, ребят. То мы отсюда вернули? Мы отсюда же, помните, мы здесь в начале самом были? Мы в самом начале здесь были. Ё-моё, ты прикинь. Все, мы съебываем отсюда, да? Нахер, блядь, этот? Нахер это все, да? Так, лута фейс бру. Монстров так сильно бояться уже не нужно, что они очень маленький дома сейчас делают. Да и в принципе пес очень быстро стреляет, поэтому они даже не успевают. Вот что будет с боссом, мне интересно, какой босс будет. Ведь что мы проходим на тяжелом. Не на самом, но там тяжелый уровень, если что. Обнаружена опасная аномалия. Ну давай, бать. Поехали. Поехали, блядь. Все? Все, на что вы способны? Это все, на что вы способны, алло? Карантин снят. Да. Вот честно, ребят, честно, сейчас очень просто все это дается. Ну, то есть, прям сверх просто. Да, я думал, они сильнее. Ну ладно. Ну скажешь, ну вот раньше ты и не использовал читы, я скажу. Ну да, раньше я и не использовал читы. Но раньше я и продавал оружие, знаете. Я собираюсь пристыковать шаттл. Надо быть очень осторожным. Очень. Шон, мы здесь, давай. Пристыковывай. Бля, мужик, давай ты только не будешь, хорошо, вот это вот сейчас. Теперь я могу подвести челнок. Автомат загрузки не отвечает. Тебе придется отключить гравитацию и вручную подвести обелиск под днище челнока. Поехали, чё. Куда? Сюда? Ну ладно. Кинь, сейчас будем летать. Бля, это же самое начало, ебано. Ты прикинь, это самое начало.
Прям самое-самое. Зона невесомости. Шо, а где он, блядь? Подожди. Куда нам, блядь? Что да? И где он? А, уж. Поехали, ебать. Сейчас твари будут всякие, я их уже слышу. Давай, давай. Минус. Давай, 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 давай. Минус. Вы что думаете, мне не пофиг на вас? Если раньше я мог от вас убежать, то сейчас. Сейчас я даже стараться этого делать не буду. Так, собираем лут 100%, то что он нам нужен с вами. Как ни крути. Да? О-хо-хо, сюда. Так, а еще где-то лут есть? Подожди, еще где-то лут есть? Вот, больше нигде нету. Ну, let's go. Я уверен, что это не все монстры. Ну, если это все, но это типа какая-то тупость. Хотя эти маленькие, типа, они прям... О, подожди. Хотя эти мелкие, блядь, твари, они очень довольно-таки такие прям. Прям жесткие. Ну, типа, они дамажат прям жестко. Особенно, который у нас был, да, второго уровня у нас был с вами. Стоять, блядь. А, нам туда его сначала. Все туда. Давай сюда иди, ёпты. Обойди, это обелиск. Это камень жесткий. Где? Смотри, крадутся. Давай сюда иди. Все? Ой, да. Да. Не, конечно, так проще было бы, да? Это намного проще, когда у тебя все уже, типа, да, вот там, ну, типа, броня максимально и тому подобное. Это и не интересно вообще смотреть, я думаю. Ну, типа, мне лично было бы, конечно, такое неинтересно, когда чел именно с читами играет, прям жестко с читами. Но я же с читами сейчас не играю, правильно? Я им использовался в одном моменте, в котором я объяснил, что там невозможно без читов пройти. Ну, нет, возможно, только если продать все прям. А я все продавать не хотел, потому что, ну, мы только купили, а сейчас опять продавать? Ну, не, зачем? Поэтому я воспользовался там читами. Вот, прокачал все, конечно. Вот, но... Но сейчас я без читов. Потому что, ну, типа, мне нет смысла. Мне самому тогда будет неинтересно играть, когда вот ты... Подожди. Самому будет неинтересно играть, когда ты, типа, ну, можешь еще, типа... Сколько хочешь, чтобы тебя ранили, типа, чтобы твоего персонажа ранили и тому подобное, то есть... блядь, здорово. О, первый урон. Где? Ща, погодь, подожди, соберу лут. Видите, но все равно не с первого раза. Не с первого раза. Все-таки есть какая-то сложность. Идет погрузка объекта 782.
Он на борту. Пожалуйста, полетели со мной. Вместе мы сможем остановить разум Роя. Мы наконец прекратим этот ужас. Обязательно. Подожди, меня еще босс ждет. А, все, сломался. Все, побежали обратно. Нам с тобой обратно бежать. Серьезно, что? Так, мужик, подожди-ка. Сюда! Поспешите! Времени почти не осталось! Мы должны стартовать! Стой! Амелия! Ты куда? Подожди, ёпта. А, ясно, кидала, блядь. Прости, Айзек. Мне жаль, что так вышло. Я должна быть благодарна за то, что он нашел обелиск. Мы даже обошлись без помощи USM Вейлора. Кстати, спасибо, что помог мне его найти. Мой отдел искал это место уже очень долго. Видишь ли, Кейн даже не догадывался, что весь этот хаос сотворило правительство. И что вся планета была одним большим экспериментом. Обелиск? Божественная реликвия? Его создали люди. Просто скопировали с настоящего инопланетного обелиска, найденного на Земле пару сотен лет назад. Откопали, изучили, воспроизвели с точностью до деталей. Привезли на Эгиду 7 и включили. И вот ты видишь результат. Сплошная череда кошмаров. Ты охуела? Самое мудрое, что ты охуела? Объявить систему запретной. Но тут появилась CEC и начала разрывать планету по кусочку. Но эксперимент все еще не был окончен. Кейн был прав насчет разума Роя. Обелиск его сдерживал, но сейчас это уже не имеет значения. Обелиск у меня. А вся эта система может катиться в ад. Если для тебя это что-то значит, ты проделал отличную работу, Айзек. А теперь прощай. Ну пошла ты нахуй. Люблю тебя. Пошла ты нахуй. Пиздец. Айзек, это Николь. Ты должен помочь мне. Давай. Ты должен помочь нам. Я... Кому вам? Я в диспетчерской. Пожалуйста, поторопись, молю, Айзек. Я люблю тебя. Пиздец, прикинь, предала нас. Мы верили, значит, она... А, ну ясно, ясно. Вот это вот круговое, понимаешь? Круговое. Блять, пиздец. Ну вот только увижу тебя, тебе пизда. Так это улетело, блядь. Прикинь, предала, просто забрала и улетела. Ще, блядь. Как так можно, блядь? Охуеть просто. Я в шоке, блядь. Не, я сказал, если я тебя встречу, даже в следующей игре, я сразу скажу, чтобы... Если можно будет отказаться от партнерши, я тебя откажу с партнерши, блядь. Пиздец, взял, продала. Как-то, вот так, как так, блядь? Как вот так? Лудают, кстати, интересно. Бля, жестко. Что, кто тут, блядь? Ну давай, нахуй. Здорово. О, нормально. Пиздец, прикинь. Ну не, ну ты прикинь, ребят, напишите в комментариях ваши ощущения от этого всего. Просто это... Это даже словами не передать, знаете? Это просто словами не передать. Чё тут? О! Айзек? Это действительно ты? Я уж и не думала, что мы снова встретимся. Боже мой, мне так жаль. Прости за все, что я сделала. Я не хотела причинять тебе боль. Ты должен вернуть его обратно, Айс. Ты сможешь управлять челноком отсюда. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Чего? Сделай нас единым. Не, ну я... Ты чё, я не хочу. Мать, ты тоже ёбнута какая-то, блядь. Да, хотя бы в адеквате, а ты какая-то прям... Прям да. Прям да. Ну шо, все? Куда нам? А, ждите, блядь. Ну понятно.
язык, какого черта ты наделал? Тебе пизда. Ты совершаешь большую ошибку. Тебе пизда. Это еще не конец. Да-да, так приди сюда, ёпта. Как только так сразу. Запущена капсула челнока USG-09. Повторяю, челнок выпустил капсулу. Это не важно. Ей не сбежать. Она типа просветленная, что ли? Она типа просветленная? Я запрограммирую челнок, чтобы он летел к колонии. Цель близка. А теперь поспеши, садись в челнок. Я встречу тебя там. Хуять, прикинь. Сюда не упомню. Дай сохраниться-то, игра! То и так серия длинная-то. Дай сохраниться-то. Блядь, дай сохраниться-то. Все, остановился. Блядь. Дядя, дай мне сохраниться-то. Ладно. О, наконец, спасибо. Значит, такс. Не туда нажимаю. Спасибо за просмотр, да? Вот такая серия получилась. Я не знаю, длинная, не длинная. Наверное, длинная. В принципе, все. Надеюсь, вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вам не сложно, мне приятно, вот прям очень приятно. И когда вы пишете комментарии, я все их лайкаю, кстати говоря, да. Только, пожалуйста, без рекламы, вот это все, давайте вот это вот не будем, да, вот это вот быковать, конечно. Вот, в принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.